Самозавязывающиеся кроссовки, как у Марти Макфлая из культовой трилогии «Назад в будущее», впервые станут лотом на онлайн-торгах Sotheby's. Этот аукцион полностью посвятят спортивной обуви. С молотка уйдут 100 пар кроссовок, выпущенных ограниченными сериями. Многие, вероятно, узнают эти кроссовки из «Назад в будущее». Nike выпустила очень ограниченную серию такой обуви. Она очень маленькая, и здесь настоящая автоматическая шнуровка. Аукционисты предполагают выручить за пару таких кроссовок от 50 до 70 тысяч евро. На торги выставят и образец первой самостоятельно разработанной модели компании Nike. Она предназначалась для бегунов на Олимпийских играх 1972 года. Дизайн подошвы навеян вафельницей. Таких кроссовок сделано всего 12 пар. Лот предполагается продать за 110-160 тысяч евро. Их вручную сделал Билл Бауэрман. Кто не знает, это один из основателей Nike. Он работал тренером в Орегоне. Он делал эти кроссовки с вафельницы. Протектор создан по образцу вафельницы. Интересными лотами станут кроссовки Air Jordan. Компания Nike создала этот бренд для легендарного баскетболиста Майкла Джордана. Также с молотка уйдут несколько моделей фирмы Adidas. Аукционисты ожидают, что покупать кроссовки будут и мужчины, и женщины, поскольку сейчас модно коллекционировать такую обувь. Онлайн-торги продлятся до 23 июля.